Рады, поздравляю с победой. Ты сегодня забил свой первый гол и сразу оформил дубль. Как ощущение? Спасибо большое за поздравления. Конечно, ощущение отличное. Просто из-за того, что команда выиграла в первую очередь. А потом я, конечно, забил дубль первый раз в жизни. Хорошо получилось. Два момента. Ну, у нас сегодня были много угловых стандартов. Так что отрабатывали. Получилось, что два забили. У нас еще много шансов были. Серегу, Политеевича, еще кого-то не помню. Но, слава богу, выиграли сегодняшнюю игру. Как тебе игра соперника? Ну, честно говоря, мы так и ожидали, что они сядут назад и будут контратаковать. У них было пару моментов опасных первый тайм. Но как игра пошла, мы отыгрались, выиграли первый тайм 2-1. Пришли в раздевалку, договорились, как надо играть. Вышли и получилось, выиграли хорошую игру. Как думаешь, получится добыть 5 побед подряд? Ну, надеемся, не будем гадать, но дай бог выиграем следующую игру. Спасибо, с победой!